До матча остается несколько дней. Поддержать руководителей игроков клуба фанаты пришли в спортивный дворец «Большой». Это первая официальная встреча игроков с болельщиками. Почитатели клуба смогли задать свои вопросы хоккеистам. Нападающий команды Алексей Крутов признался, несмотря на то, что тренировки проходят на курорте, времени отдыхать практически не остается. Жарковато у вас сначала было, сейчас вроде более-менее уже привыкли. Отдыхать практически времени не было, потому что у нас там по 2-3 тренировки в день. Вот мы буквально несколько дней назад, у нас это немного сбавили нагрузки. Но в море купались практически, ну не каждый день, но частенько купались. Сочи – очередной новичок КХЛ. Уже 2 месяца клуб готовится к предстоящему сезону. За 9 матчей команда одержала 6 побед, одна из которых по буллитам. Очки набрал 21 игрок, из них 8 защитников и 12 нападающих. Но самые ответственные игры для команды еще впереди. Мы сейчас по возвращении с турнира Санкт-Петербурга перешли на одноразовые тренировки, дневные одноразовые тренировки. 5 числа мы вылетаем в Санкт-Петербург на первый матч. В рамках календарного сезона запланированы выездные и домашние игры. Свою историю в континентальной хоккейной лиге хоккейный клуб откроет уже 6 сентября. Первый матч против команды СКА пройдет в Санкт-Петербурге. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.